Евангелие от Марка. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. Толкование. Иисус часто приходил в Иерусалим и в другое время, но никогда с такой славой, как теперь. Прежде по причине зависти иудеев он скрывался, а теперь, так как наступило им самим определенное время страдания, идет открыто, дабы они, если пожелают, уразумели славу его, и через исполнение на нем пророчеств познали истину. А если не пожелают уразуметь, то чтобы это обстоятельство послужило к большему осуждению их, как неуверовавших и после столь славных чудес. Ибо смотри, сколько здесь знамений. Господь сказал ученикам, что найдут осленка, сказал, что им будут возбранять, а потом, когда ученики скажут, что Господь его требует, позволят взять. Ибо немаловажно и то, что апостолам дозволено было увести осленка. Этого не могло бы быть, если бы на владителя осленка не действовала сила Божия, побуждающая отпустить осленка. Они были люди бедные и рабочие. И надобно знать, что Господь сделал это не напрасно, ибо прежде Он не требовал осленка, а пеший многократно обходил Галилею и Иудею. Но Он показывал через это, что возобладает языческими народами, непокоривыми и ненаученными, как ослята. Они были привязаны грехами своими на распутье, то есть жизни сей. При воротах, то есть вне церкви. Но ученики разрешили их посредством крещения и веры, и они подъяли на рамена свои Господа, а апостолы возложили на них ризы свои, то есть все истинные правила добродетели. Прежде язычники, будучи наги, были безобразны и делали беззаконные дела, но с того времени, как были приведены ко Христу апостолами, они научились ходить благопристойно, потому и Христос подъят ими. Кто же были владетели осленка, возбранявшие взять его апостолам? Без сомнения, бесы. Однако апостолы были сильнее их. Дальше читайте книгу. 7 по 10 стихи. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него, многие же постилали одежды свои по дороге,
А другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущего имя Господне! Благословенно грядущего имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна вышних толкований!» Пока простой народ бывает не испорчен, он познает полезное. Вот почему теперь они воздают почести Иисусу, каждый по силе своей. Но что говорили они, прославляя Его? Настоящую песню они заимствовали у Давида. Слово же «осанна», по мнению одних, значит «спасение», а по другим – «песнь». Но первое мнение лучше. Ибо в 117-м псалме сказано: «О Господи, спаси же!» А по-еврейски написано «осанна». Царством же Давида они называли царство Христово. Во-первых, потому что Христос происходил от семени Давидова. Во-вторых, потому что Давид значит сильный рукою. А кто другой так силен рукою, как Господь, руки которого совершили столь дивные дела? Но постелим и мы одежды свои, то есть плоть свою, ибо плоть есть одежда души. Покори мне ее, Господу. Устелим путь нашей жизни, срезанные с дерев ветви, то есть подражая житию святых. Ибо святые суть как бы древа, с которых срезают ветви, подражающие добродетели их. Но дела наши и предшествующие, и последующие забудут славу Божию. Ибо иные предшествующие жизни показали доброе начало. Напротив, последующая жизнь их не такова была и служила не к славе Божией. С 11 по 14 стихи. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». Толкование. Иисус вошел в храм и скоро опять вышел из него, показывая через это, что он уже оставляет его на запустение расхищения. Он уходит в Вифанию, что значит «дом послушания». Ибо, оставляя непокорных и жестокосердных, идет теперь с учениками к послушным ему. Но рассмотрим и повествование смоковницы, ибо здесь является, по-видимому, нечто странное и жестокое. Во-первых, Иисус залкал рано. Во-вторых, он требует плода, когда еще не наступило время для смоков. А еще и то, что наказывает бесчувственное дерево. Ибо в том, что он здесь говорит и делает, было особенное смотрение. Доселе часто Иисус творил чудеса, но только на благодеяние людям. Но ученики еще не видели, что он сделал кому-либо зло. Теперь, дабы показать ученикам, что он может и казнить, и что, если захочет, может в один час погубить намеревающихся распять его, он являет свою силу над бесчувственным деревом. И чудо было поистине велико тем, что дерево столь сочно иссохло вдруг, ибо смоковница сочнее почти всех дерев. А что он алчит рано утром, это он попустил плоти своей по особенному смотрению. И плода преждевременно ищет на смоковнице с той целью, чтобы, как я выше сказал, показать ученикам, что он может и наказывать.
А смоковница эта была вместе образом синагоги иудейской, которая имела только листья, то есть закон, доставляющий одну тень. А плода они вовсе не имели. Но Иисус залкал их спасение. Он говорит: «Пища моя есть творить волю Отца моего». А эта воля Божия состоит в том, чтобы обращать согрешающих. Так как же синагога не имела плода, то она проклята и иссохла, не имея более у себя ни пророков, ни учителей. А у нас вот подобное дерево какое есть в Патриархе, которое тоже такое же сочное? У нас вот ветла лежит там с того года спиленная, лежит как жердочки такие, и она листья пустила вот сейчас вот в этот момент. Не в воде, ничего, просто лежит среди деревьев. Спиленная. Ну, спиленная. Она влага от земли, это все равно она корни пустила, не просто так что? Нет, она на других бревнах лежит. Просто среди бревен она лежит. Это влагу все равно берет, без влаги она не будет никак. Влага тянется где-то, есть влага. Без влаги не будет. А то есть какая она сочная, без влаги нисколько. Где-то влага поступает. Как плодовитая, как смоковница еврейская. А плоды не собирал? Плоды не собирал, не время. Нет, нет. Она не приносит. Самое плодовитое дерево – это береза. Сколько там? Сотня литров. Марка 11 глава с 15 по 18 стих. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, и начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: «Дом мой дому молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Толкование блаженного Филакта. Об изгнании Иисусом торжников повествует и Иоанн. Он говорит об этом в начале Евангелия. Напротив, сей Марк в концу. Поэтому надо надумать, что это последнее изгнание было второе, что и служит к большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм называет он вертепом разбойников по причине корыстолюбия торгующих, ибо разбойнический род предан грабительству. А как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Торгующие миновщики занимались разменом денег. Обличителями Господь представляет и пророка Исаию, который говорит: «Дом мой дому молитвы наречется» – Исаия 56:7. Будем же молиться, чтобы нам не быть изгнанными из церкви. Ибо многие ходят и в нашу церковь для того, чтобы продать доброе и покупать худое. Имеют столы полные денег, ибо все делают из корысти. И спровергается также и седалище продающих голубей, то есть престолы архиереев, продающих духовные дары. Ибо голубь есть образ Духа Святого. Да извергнет Господь такого святителя от святительства, ибо проклят тот, кто рукополагает за деньги. Равным образом продает голубя своего и тот, кто продает дьяволу благодать и чистоту, полученную в крещении. Зато он и изгоняется вон из церкви. Комментарий Игнатия Лапкина. В прошедшие века в храмах утвердилась торговля свечами. А в 20 веке стали уже торговать всем – свечами, фросфорами, иконами, книгами, открытками,
а кое-где и сувенирными матрешками, например, в храме Христа Спасителя в Москве. Стали торговать и духовными дарами, таинствами и требами. При этом священники, доказывая свое право на торговлю в храме, выдвигают две причины. Мы торгуем в притворе, мы торгуем не животными, поэтому к нам эти слова Евангелия не относятся. Но и Христос изгнал торгующих из притвора, а без этих животных, которые они продавали, ветхозаветнее приношение было невозможным. 76-е правило 6-го Вселенского собора запрещает любую торговлю в церковной ограде. Смотрите 100 глав 38. Тем более запрещена любая торговля таинствами. 23-е правило 6-го Вселенского собора. 100 глав 44-45 правило. Но современное православное духовенство не боится ни Евангелия, ни отлучения Вселенских соборов. И если запретить торговлю в церкви, то молитва прекратится. Церковь должна существовать на десятину верующих. А для того, чтобы появились настоящие верующие, проповеднику нужно приложить очень много усилий. Гораздо проще просто торговать в церкви. Это удобно и продающим, и покупающим. Но вопреки Евангелию и к православию никакого отношения не имеет. Потому Христос говорит православным священникам и прихожанам, что храм они сделали вертепом разбойников. Все делают из корысти, все делают из корысти. Или корости. Вот так вот. Кое-что добавить. Вот, смотрели сегодня ролик, он брат Никита показывал нам. Там в храме уже пляски устраивают, конкурсы разные, там она и в трусах уже девчонка молодая, это вот этим, как она там, ленточками, прямо в храме, когда они танцуют с ленточками, там развивается. Да, да. Она прямо там. Да, она видела, да? Прямо видела, это показано. То есть уже не только торговля там. Что угодно. Несколько наборов фотографий были, что уже... Да это не фотография, это видео показано даже. Ну, я видео. Я именно как фотографии кидала, что прям... Ну, пляски казаков даже есть один ролик. Прям храм тоже. В каком храме? Просто кто-то набрал... В каком? Да, Тульской епархии. Где-то? Киреево. Там такое простое... Храмы разные. Сладенький был какой-то... Сельский храм какой-то. Да не куда-то, небольшой городище. Большой. То, что там большой. Ну, небольшой там. Ну какое-то было празднество там. Ну и там эти были устроены разные дети, концерт как бы. И одна исполняет танец, называется танец молитвы. Ну да, да, да. Деточки, она не просто танец, а танец молитвы называется. Это все в храме было. Я спрашиваю, у меня знакомый священник близкий, там, да знаю, говорит, там отец такой-то говорит там. Зачем он это, непонятно, говорит. Знаете, его близко, это батюшка, который там. Помещение не нашлось больше, да? Ну да, все это в храме было. Я видела подборку фотографий, видно, что храмы разные, потому что алтарь везде разный. Не, ну это мы же там собрались разных, да, раз. Да, а да, это да, было, показывали с одного храма, и я когда рассказал, где это, и говорю, ну так это, говорит, там батюшка, это такой-то, говорит, отец, я знаю, это там-то, там он где-то. Это точно там, да. Так бывает. Ну что делать? А в этом поступке во всем судить нельзя. У нас, видишь, как вы видели где-то, и сразу начинаешь. А, вот, видишь, как это везде так. Везде так не, нет. Мы знаем, есть храмы в центре Москвы. Храм почти там напротив Христа Спасителя находится. Там просто так, в брюках или там без платка в храм не зайдет человек. Стоят дежурные и смотрят, там идут... Туристы. Одна группа туристов, вторая заходит, на храм такой, что в центре города стоит, то там их вначале одевают там, в такие да, юбки такой, запахиваются. Платки тогда заходят. Но у нас здесь, да не у нас только, а везде, никто не смотрит это. Запросто может и в шортах, и в брюках женщины. В любой одежде может прийти, и в храме быть, и причастию подходить. По храму ходить, никто за этим не смотрит. Сейчас моды и мужчины ходят таких. Да.
может быть, неприличных одеждах. А говорят, тогда тянутся все там. Господь не на внешнее, говорит, вроде бы смотрит, а только вроде на внутреннее. Она одета так, а внутри-то у нее она одета хорошо, вроде бы духовная. Ну, написано, говорит, от избытка сердца говорят уста. То есть, что в сердце, оно это выражается наружу. Как это? Говорит, а вот, может, там приводит такое, может, говорит, иметь там бороду Авраама, а дела Хама. Такую пословицу составили, что вроде внешность может быть благочестива, а внутри будет так. Можно, и так бывает, и такое бывает. Но все-таки так, что мы читаем святых отцов, то пишет, по-моему, Василий Великий говорит, Иоанн Златоуст об этом говорит, что христианин, он не только, что мы называемся имя христианин, он выделяется, говорит, во всем, в поведении какое, в одежде, в общении, в разговоре, в смехе какое, во всем должно выделяться. Люди должны замечать, что это, ну, необыкновенно человек себя ведет так. Не будет громко, там, во весь рот раскрывши, там, гоготать. Так, и одежда соответствующая. У нас вот пояс, простое дело, пояс. Ну что обычно? Веревочка может быть просто. Или там вышитый пояс какой-то. Ну, подпоясанный человек. Бывает, часто в дороге едешь, а это у вас что такое? Это что у вас это? Начинаешь, когда из-за пояса, тогда, ну, получается уже беседа. Видите, люди замечают, это необыкновенно. Вот вы слышали, сегодня я читал там поучение небольшое. Как мы, значит, какая у нас есть вера, доверие Богу. Одно теперь мы говорим, что я, как сказать, верующий там христианин, но я могу в этом только здесь, вот в этом обществе себя так показать, или в храме, а выйдя куда-то там, где общество не христианское, я могу уже вести себя по-нехристиански. У нас было даже здесь, я брат собираю, смотрю, в город едет, он все, уже без пояса, все, а что ты, брат, так едешь-то? Ну, я еду там с безбожниками буду общаться, поэтому я по-безбожному оделся. Понимаете как? Ехать с безбожником, по-безбожному оделся. А не наоборот бы надо. Еду к безбожникам, я должен одеться как христианин, чтобы они увидели это. И из этого будет свидетельство, начнется, может быть. Спросили, а что ты так? Или что? Он рассказывает, Алексей Кустинов. Он едет там в поясе, вот, заехал на базу, там дети... Мусульмане торгуют там. О, какой это. Да давай, говорит, это, да он давай мне там скидку сделал, да потом еще просто так добавил там это надо. Мне очень понравился ваш, говорит, вид, как вы. Понравился мусульманину, что с бородой, да и зашла-то, и жена-то зашла в длинной юбке, да в платке-то. Да сразу заметно. Ну. То есть это очень важно, как внешность. Потому что внешность, это часто бывает, это внутренний образ, он отражается и во внешности будет. Одеваться с стыдливостью, целомудрием. Да. Апостол Павел пишет. Сколько пишут и средства массовой информации, светские, там, криминальная хроника, пишут, что большинство преступлений по насилию, особенно к женщинам, к девушкам, более 80% преступлений спровоцированы жертвами. То есть неподобающей одежде, поведением таким. Вот. И все. Часто пишут о том, что были какие-то где-то рок-концерты там, или матчи, эти футбольные там, или другие там выходили, люди после этого. Начинали-то, драка начиналась, начинали там окна бить в магазинах, машины там переворачивать там, и прочее, беззаконие творить. Но нигде ни одного не было репортажа, чтобы люди выходили после пасхальной и рождественской службы. Почему я говорю после пасхальной? Потому что, ну, на Пасху, на Рождество люди в основном-то приходят более всего таких, которые, как называют, пасхальные христиане.
не было, чтобы люди выходили после этих случаев и начинали бить окна друг другу, морды бить там или переворачивать машины. Случаев таких не было. И нигде не было ни одного, чтобы шла, допустим, девушка из храма, христианка, и на ее там напали. Может, это и было, но очень редко, может быть, не было. А после ночного клуба едят, а после дискотеки очень много таких примеров. Почему? Потому что одежда. Одежда и поведение свободно. Это сразу говорит, что ну, вот она, я готова, бери меня. Все этим видом всем показывает. Поэтому очень важно, говорится, говорят святые, что у христианина все должно быть прилично. Вот. И одежда, и поведение. Даже, говорит Иоанн Златоуст, даже, ну, по-славянски говорит, помывание очей. То есть, как глазами повел. Сейчас глазами многое говорит. Он как смотрели кино или читали Толстого «Крейсерова соната». Он говорит, как он только зашел, говорит, он перегнулся с моей женой, я сразу, говорит, понял, что они уже договорились. Как? Да я, говорит, опытный блудник. И как только они взглядами только обменялись, я, говорит, сразу понял, что все, они уже договорились. Когда он рассказывает, едет в поезде, там, когда он убил ее жену давно, потом его там признали психическим, там, нормальным. То есть и взгляд многое говорит об этом. Как ты поведешь. Поэтому очень важно, в дороге ли едет кто-то, быть христианином всегда. Не так, а то я еду, там больше неверующие в вагоне, поэтому буду я уже с неверующими, как неверующий. Я сюда ехал, потеряя вкус. Зашла женщина в купе, молодая, лет 30 с небольшим. Ну, такая, видно, развязанная, немножко такая болтливая. И как-то я посмотрел на нее, думаю, ну, как вот к ней это обратиться, сказать, ну, совершенно невозможно вроде бы. А потом все-таки я заметил, это у нее тут медальончик Богородицы. Ну, как носит, покупает, там, серебряные или какие. Я спросил, что это у тебя такое тут? Она говорит, Богородица. Я говорю, ты веришь там? Ну, и разговор у нас завязался. Богородица может так одеться? Говорит, ходила бы так, Богородица, как ты хочешь. Да, в общем, у нас завязался разговор. И вот это про глаза. Я говорю, а она говорит, у вас взгляд другой. Я, говорит, не верю. Вот там что говорят, там что-то, это, я не верю ни во что-то, никому. Они там это, как бы, заманивают к себе. Я говорю, мы не заманим. И вот она это мне сказала, что взгляд другой. Я-то не вижу самого себя. И борода. Вот на борода ей не понравилась сначала. А вот по взгляду она определила как-то это, что можно со мной поговорить, побеседовать. И мы обменялись это телефонами. И она это рассказала о своей жизни тяжелой. И уже это у нее какой-то. Вот этот какой-то надлом, какой-то спад, это была агрессивность какая-то ушла. И она, когда выходили, мы уже прощались с ней, это, как добрые друзья. Вот. А сегодня ничего там, это, даже я это стих Писания привел из Киеля, там, где говорится, что если беззаконнику не сказать о его беззаконии, то он погибает. Она говорит, а как это ко мне относится? Я говорю, если ты не оставишь своего беззакония, и не перестанешь больше это, заниматься беззаконными делами, то умрешь, погибнешь. А как я умру? Но все равно умирает, душа погибнет, духовно, ты мертвая. И она расчувствовалась, она же заплакала. Это, ну так, это не сильно, а так, смотрю, слезы потекли. Я даже сажусь в поезд, и проводник говорит, а вот ваши там вчера там садились где-то, это, ехали ваши там. Я говорю, а как ты узнал, что это наше-то? Да что, у вас сразу заметно. О чем заметно? Да ну как-то другие, лицо говорит другое, одежда другая у вас вроде бы, не как все. Проводник ходит. А проводник, который старый, те-то знают, это бывает там много, в бригаду садят, когда. И он это говорит, вы выделяетесь, у вас другое, садились, а там женщины, да. Совсем другое. Я как раз это сел. Поэтому это очень важно. Спрашиваю до Потеряевки, до Подстёпного. У меня там до Подстёпного доедешь.
а железнодорожник стоит. Со мной пойдете. Я там пойду по линии, и со мной пойдете. Я знаю, где Потеряевка, потерянная деревня, говорит. Провожу. Я говорю, с вами многие там, наверное, ну, ходят иногда люди, да? Вы знаете? Да знаем мы тут постоянно это. Он даже не спрашивает, где из деревни, где из деревни. А уже как бы для него понятно, что я здешний. Знаете, вот по внешнему виду определил. К этому уже пришлось. Я как-то говорил уже, я был в Греции. И на остановке стоим с Мариной. Поздно там где-то задержались мы были, на одном батюшке. На автобус уже темно. Вот и люди подходят, Я говорю, Марина, а это баптисты, наверное, подходят. Она, да. А как вот, здесь вот они говорят, молитвенный дом баптистов, открылся. А, видать, они баптисты, переехавшие, наверное, с России. Я так думаю, я вообще не познакомился с ними, не разговаривал, здесь автобус подошел. А почему? Как одеты, как платочек подвязан у них? Они уже здесь, у них как-то, ну так, принято же, как подвязывают, как-то так подвязывают, немножко вот так волоски были видны, все в длинных платьях, юбках длинных, и они разговаривают потихоньку, стоят на столке, так потихоньку разговаривают. Значит, заметно, что это, сразу узнаешь, что это, ну, люди верующие. Хотя сектанты, они, но у них свой уже такой это стиль одежды, сложившийся. А взгляд у верующих, вот я когда сюда ехал первый раз, мне интересно тоже было посмотреть, не то что интересно, а отметил про себя, что люди смотрят другим взором, по-другому. У них нет вот этого вот мира, это как бы мир, он делает взгляд другим. А здесь трезвомыслящий взгляд, и трезвомыслящий, так сказать, по взгляду видно, что тебя оценивают трезвомыслящий. То есть человек такой острый взгляд со смыслом. То есть не просто так он смотрит, а он этот думающий взгляд. Вот я обратил внимание, что... У меня фотографии были, коллекция от этого, от Волобуева. Я делал выставки, когда был я. В Америке делал выставку, в Австралии, в Греции. И почти везде люди отмечали, особенно фотографии, где дети наши. Какие, говорит, у вас дети? А я говорю, что... Ну, посмотрите, какие глаза у них, это так... Ну, целомудренные. Да, да. Вот все отмечали это. Ну, там фотография, он специалист. Но какой ты не специалист, если ты не такой, то по-другому это не сделаешь. Просто они хорошо сфотографированы. Ярко, чисто. Значит, он... И везде все отмечали это, взгляд именно, глаза какие у детей. Это бросается хорошо в глаза, это разница. Вот даже вот концерт у вас был, когда вот на День деревни, я вот обратил внимание, дети как хорошо запоминают стихи, как рассказывают, как бы без труда даже. Не знаю, сколько вы труда затрачиваете на это дело, но мне показалось это легко, что у них мозг не засоренный, ничем там вот этим вот. И чисто они воспринимают. Убрать бы еще компьютер и интернет. Вот где, откуда весь этот мусор, сорт отсюда идет сейчас. Вот это бы если бы убрать. Ну, да. Простой пример могу привести насчет детей запоминания. Андрей, держи. Вот у нас в лагере, когда Игнатьевич уезжал с Виктором в поездки по Европе, оставалось четверо роботов и одна Ксения Новикова, вот и Татьяна, ее внучка. И вот роботы, им место писания даешь, а раз они среди верующих живут, плюс многое слышат, они моментально запоминают. А Ксения, вот я один стих писания с ней, я занимался, Сергей такой, Пупков мне говорит, ты, говорит, неправильно с ней занимаешься, надо по-другому, давай по-другому с ней. Она вот пока ты повторяешь, она зато повторяет, только спросишь, повтори заново за нами, что мы сейчас сказали. Сидит, молчит, нету вообще, ну как там, у нее пустая голова. То есть ей никто не занимался, родители неверующие. И все, и мне в голове ветер просто-напросто. Так удивительно это было, конечно, ну вот. Не знаю, как сейчас у меня, конечно. Внешне, в общем, отражает, что внутри. Можно поделаться, но это трудно. Ну, что там дальше, давай. Иосиф сейчас. С 19 по 23.
Когда же стало поздно, он вышел из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, что если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Толкование. Хотя Матфей и говорит, что смоковница тотчас и сохла, и что ученики, видя это, дивились, впрочем, ты не смущайся, слыша теперь от Марка, что они увидели и сохшую смоковницу уже на другой день. Сказанное Матфеем должно понимать так: «И тотчас засохла смоковница». Тут остановись. Потом читай: «И увидевши, ученики удивились». Когда увидели? Не тотчас, но на другой день. Кто так понимает, тот не встретит никакого недоумения. Заметьте, как Христос здесь является Богом. Но подивись человеколюбию Божию в том, что и нам, уподобляющимся Богу через веру, дает чудодейственную силу, принадлежащую ему самому по естеству, так что мы можем и горы переставлять. Гора есть в духовном смысле гордый ум, высящийся и упорный. Посему, кто видит себя одолеваемым страстью гордости, тот, стараясь изгнать ее из себя, искать должен посещение и помощи Божьей. Ибо тот горд, кто говорит, что все делает он сам, а не с помощью Божьей. Такой человек должен запретить горе сей, то есть гордость, и сказать ей: «Подвигнись и низвергнись в море». То есть мирских людей, сущих в море жизни сей неверных. Сам же он да не сомневается, то есть да не отступает от Бога. Ибо гордый отступает от Бога, говоря: «Я ничем не обязан Богу и не нуждаюсь в Его помощи». Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Место Писания говорит. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Толкование. «Кто крепко верует, тот устремляет сердце свое к Богу, и скажу словами Давида, изливая душу свою перед Богом. А кто обратит душу свою к Богу, тот соединяется с Ним, и его сердце, будучи согреваемым благодатью, удостоверяется, что получит просимое. Кто испытал этот, тот разумеет. Верующему все дает Бог, когда тот со слезами высказывает перед ним все желания в молитве и как бы за ноги владыки держится. А хочешь ли и другим способом получить просимое? Прости брату своему, если он согрешил в чем-либо против тебя. Видишь, как легко получить дар Божий». Это простить тяжело. Да, почему иногда так тяжело простить бывает? Вроде бы даже какая-то, можно сказать, мелочь бытовая западает в сердце. И знаешь эту теорию, знаешь, Слово Божие знаешь, что надо простить, и Бог же простил. А почему, батюшка, почему тяжело это было простить? Особенно близкого, да? Чужих-то легко? Чужих далеко. Потому что самое главное, у нас часто бывает не пройдена первая ступень. Это с этого все будет. Да, вот это есть. А почему он меня унизил? Там, сказал я лучше других. Почему обо мне это там подумали так? То-то все. То есть это первое всегда. От этого все бывает. Некоторые ценят, берут крест, и часто под тяжестью креста падают, не выносят. А так,
доходит до того, что раз так, то и Бога нет. Все. Раз такое случилось. А Богу был, он бы не допустил до этого. Начинаем уже Бога судить. А все от того, что нет полного отвержения себя. А свое я очень глубоко. Я там, у нас еще это осталось, наверное, как гены советского. Человек это звучит гордо. Это Горький сказал. Человек звучит это гордо. А что гордо человек звучит? То есть все надо принимать, все, что не случилось, как от Бога, да? Разбил кружку. Совершенно спокойствием стёчь, что принесет не наступающий. Дай все силы предать все воле Твоей святой. На всякий час его дня на всем, во всем наставь и поддержи меня. Каким бы ни было случай в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Нет, даже в житейском там. Да. Сжег картошку, для чего? От Бога, да? Нет, что если все, значит все. Свое растяжство на Бога. Как свое растяжство? А если так, то Господи, прости меня за мое. Раз случилось, ты принимать-то должен все равно, не то что убиваться. Да. Спокойно душой. Случилось. Приноси, пока не ты видишь свою вину. Как читали притчи там эти, говорит, что жили два соседа, один говорит, все время с женой там этот там, крик, шум, там спор какой-то. А рядом там такой живут, смотрит, никогда у них нету, чтобы крик. Что такое? Как же они живут? Пошел посмотреть-то, зашел, смотрит, она там пол мыла. Ведро поставила за порога, а муж в это время заходит с улицы, не видел, смотрит, бабах, ведро разлетелось, а потом говорит, сейчас будет здесь это, он ей накладет ей. А он сразу, ох, дорогая, прости, я. Не заметил, как не посмотрел она. Нет, прости меня, это я виновата, я поставила там, я думала, это батя, это я поставила так. Так вон в чем дело-то. У нас-то в доме почему ругань? Потому что мы правы всегда. А там они всегда виноваты друг другом считают, себя считают. Поэтому и у них нету шума такого. А раз прав, то от этого и шум считает. Я прав, она не права, или она считает, он не прав, я права. Я немножко засвидетельствую, потому что мы живем с братьями все-таки вместе. Я хочу о себе сказать. Вот бывает тоже, меня как... Тайны это не открывает, что-то. А мне какие тайны, какие там тайны? Например, с братом тоже, там, с Никитой, например, что-нибудь сделать не так, а я же все-таки старше над ним. Мне охота ему что-нибудь сказать, а потом подумал, так я же сам такие же глупости делал неоднократно. И меня тоже за это, как говорится, обличали. Тебе повезло, Никита, с наставником, ты это цени. Да. И то есть я, меня это смиряет. То есть я ему скажу, что так не делал, но я уже без всяких там, что ты такой там и это. Вот, то есть немножко это меня утихает, как говорится, у меня. То есть вот я всегда на этой ступеньке себя держу. То есть у меня ни раздражение, ни гнев не подходит уже. Вспоминаешь свои падения. Да, да, то есть, смотря кто ты есть. Сколько это горько было тебе самому. В одной из бесед Иоанн Златоуст говорит, почему Господь допустил пророку Божию Давиду впасть в такие грехи, прелюбодеяние и убийство. Хотя принес он покаяние-то в этом, но допустил Господь это. А для того, говорит, чтобы когда будучи он будет царем, будущего царем, вот, и судьей народа приходит к царю судиться, чтобы очень строго не судил, помня свои грехи, вспоминая. Более снисходительнее относился тогда, когда будет осуждать других в таких же грехах. Да, я вот могу сказать, что действительно так. Если бы не те падения, которые были, то всех бы осудил. А потом вспомнишь, что сам ты делал. И какие грехи совершал. И головы-то понять уже не можешь, что-то осудить кого-то. Хорошо помнишь, когда забываешь об этом, а человек бывает так, полжизни прогрешил, проблудил, а потом уверовался. Ну и тогда начинает такое, что, казалось бы, там живьем прям лезет, говорит, на небо, как говорится. Живьем. Все, это нельзя, это грех. В этом грех, это во всем он видит греха, уже во всем буквально. И начинает укорять других, что другие неправильно. Вот так только надо. Вот так делать. Если такая ревность собрать, то если, говорит, такая будет уже вера, то явно, что никто, говорит, в семье верующим больше не будет. Ну
это живые примеры есть. Когда вера Бог дает, поначалу таких дров, может, наломаешь это со своими близкими, что потом думаешь, зачем же я все это многое из того хочется выкинуть, и чтобы это не было, но уже ничего не сделаешь. Что сделано, то сделано. Ну все, давайте еще стихи. Сюда этих стихи. 26 по 33 стихи. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Прошу и я вас об одном, отвечайте мне, когда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоанна с небес было или от человека? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человека боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Толкование. В ярости за то, что Христос изгнал из храма торговцев, они приходят к Нему с вопросом: «Какой властью Он это делает?» Они как бы так говорили Ему с поношением: «Кто ты такой, что это делаешь? Разве ты поставлен учителем? Разве в архиерее рукоположен?» Говорили же это, стараясь привести его в затруднение, чтобы уловить его. Если бы он сказал: «Я творю это моей властью», то они побили бы его камнями, как богопротивника. А если бы сказал: «Творю это властью Божьей», в таком случае они могли бы отвлечь от него народ, так как он признавал себя за Бога. Но Господь предлагает им вопрос об Иоанне не без причины и не с какой-либо хитростью. Но так как Иоанн свидетельствовал о нем, то он и спрашивает злодейственных иудеев об Иоанне, дабы они, если признают Иоанна за посланника Божия, принуждены были принять свидетельство Иоанна и о Христе. 11 глава книжки. Сейчас, наверное, батюшка, не это, трудно будет или невозможно торговлю убрать в нашей церкви. Нет, невозможно. А как ты его делаешь? Как же заказывается молебны, больницы? Ну как, здесь он народ поднимет на батюшку, да, кажется, на вилы. Не купить ничего. Людей к этому уже, как говорится, приучили. Может быть, можно, но это будет очень и очень трудно здесь. Это даже нет надежды никакой. Это должно быть. Можно где-то так как-то ограничить что-то там. Вот в некоторых храмах выносят уже не в храме, а там отдельно в ограде, там где-то другое здание построено. Но в храме все равно делается. Из храма можно убрать. Это есть такие храмы, я знаю, что в храме нет вообще ничего не продают. Но в церковной ограде там отдельно здание, где там все продают, там оформляют, там все там, свечи там продают, и все, может быть. Но совсем не, нет, никак не получится. Ну это, наверное, от руководства все-таки зависит. И просвещение народа должно быть соответствующим. Вот. Евангельское просвещение. И чтобы. Нет, не от этого. Здесь. Вот если смотрели, вы, может быть, ролик смотрели, когда у нас был праздник, и на затрапезе Игнатий Тихонович говорил слово, там сказал. Смотрите. О православии. Да, ну так вот, видишь, об этом. Если бы было православие, как истинное у нас православие должно быть, то это бы легко было это убрать. А у нас православие-то какое стало сейчас? Пришли в храм, ты только приди в храм, купи что-то и исповедуйся. Чаще и причащайся. С этой легкой точки надо сойти. Но никто с этого даже и не заикает, что это с этого сойти. Это нормально, оно вошло уже в обиход, что это нормально православное
церковь. Это нормально так, и должно оно быть. Другого вроде бы и нет. У нас чуть-чуть, мы чуть-чуть что-то по-другому. Ну, да это не сектанты, это у них это все, понимаешь, совсем по-другому. А что, да ничего изменили, ничего нет. Так мы, как говорится, даже если взять на истину, то карикатура. И то уже такое отношение негативное. Что, как бы служим осуждением вроде бы им мы. Как вы? А да где? Нет. На что живете? Ну, десятина. А он-то как будет десятину собирать, когда общины-то нету? Приход есть, а общины-то нету. С кого? Человек пришел там в месяц раз, то в год раз пришел. Я вот служил в 80-х годах, был в Тобольске настоятелем. 20 с лишним года я был там. Это был крайний приход на север Тобольск. Тогда не в Сургуте, там не в Нижневартовске, в Мегионе, нигде не было храмов. Это был Тобольск. Я если там причащал, я ездил в Сургут на поезде, там тяжело больных причащать. Это было и то трудно. Нужно было брать разрешение у областного уполномоченного, в облисполкоме брать разрешение. Он выдавал бумагу, у меня сохранилась такая справка, это называется, что вот можно было. И вот начинались всегда, когда отпуска, начинались в летний период, июнь месяц. Начинались отпуска. И вот люди-то едут, там, доехали до Тобольска, которые там заходят, допустим, в храм, они берут там 3-рублевые были свечи, там палец толщиной такие свечи, 3 рубля стоили, самые дорогие. Он берет там сотни свечей, там по 7 свечей ставит. Все. Это считал, что это он принес великую жертву Богу, и все. А свечи-то не парафиновые. Считай, не восковые. Сароматизаторы. И оно вошло уже так, что считай, это нормально. Такое должно быть православие. Как ты уберешь ее от торговли сейчас? В отдельных храмах можно как-то сделать, но это зависит от настоятеля. Постепенно учить народ, чтобы даже по храму, чтобы не ходили во время богослужения. Вот. У нас есть такие ревнители, что кто-то сказал, о, как это там вот ребенок что-то оглянулся назад во время службы, ребенок там 2 года, там 4 года оглянулся назад. Я говорю, ты давно не была в храме, ты приди в храм где-нибудь в городе, давай или там съездим, я тебе покажу. В один храм, в другой зайдешь, ты посмотришь, что там. Бегают в храм где-нибудь. Бегают там, где взрослые доходят, там вот, ну как на вокзале, там это, никто не смог, батюшка сам себе в алтаре там это с диаконом они делают. Это отдельное, сказать уже. Форма служения. Не в храме там стоят, а здесь в алтаре, а в храме здесь сами себе люди занимаются, кто чем-то. Ну вот это если было так, за порядком, это можно. Помаленьку настоятели, если бы были там наблюдатели, в храме поставлены. Вот. Но дело-то все опять сходится к торговле. Везде, а как, чтобы не отбить лишнего клиента? Если так начнет, то у нас же много. Люди сейчас, ага, здесь тоже, они пойдут в другой. Про нас почему многие ушли из общины? Не понравилось это вот строгость, соблюдение, там, устав. Это все они тут же рядом перешли, там, через 2 квартала пошли Дмитрия Ростовского. То есть рамки, которые здесь ограничивали? Да, а там нет, там все свободно, там все свободно. Он там и бритый, может быть, и курящий причащается. Это нет никаких ограничений, это нет. Поэтому там легче, казалось бы. А говорят, что все равно ты, раз посещаешься, то ты спасешься уже. Раз ты с Господом соединяешься, то ты дают надежду, ложную надежду на спасение. То есть раскаяния в грехах нету, но ты все равно спасешься. Да. Вот. Потому что Господь есть любовь, а любовь не может наказывать. Любовь она любит, милосердствует. Вот, и все люди, конечно. А зачем мы будем здесь с этими там Гладкиными быть, когда то нельзя, это нельзя, а там все можно и обещается такое же. Царство Небесное также обещается. Поэтому лучше мы там будем. Вот. А было бы как-то построже, то люди, может быть, и ну и, конечно, зависит от епископа, во-первых, от патриарха. Как патриарх к этому отнесется. Вот сейчас самая важная новость на сегодняшний день. Больше, чем... Вот я сегодня слушал несколько раз новости по радио.
И первое сразу сообщается, очень важная новость. Это привозят в Россию частичку мощей святителя Николая. Не просто частичку, а девятое ребро, которое ближе к сердцу находится. Вот. В нем, то есть благодати в этом ребре еще больше, чем в остальных ребрах. Привозят, и вот будет сейчас что-то в Москве, какие будут улицы перекрыты на 2 недели, вот, которые там близко к храму Христа Спасителя, будут перекрыты, то есть движения там не будут. Люди будут там теперь идти, очереди будут, это понятно, что там будут многочасовые очереди. Когда было, привозили будто бы поезд Пресвятой Богородицы, то очереди были до 15-17 часов. Люди стояли в очереди, чтобы попасть только к этому, пройти мимо, приложиться к этому. Такие очереди были. Ну и вот люди прошли сотни тысяч там, прошли, может быть и миллион людей прошел. А что изменилось? Ну еще люди побыли, отошли, а то же самое. Потому что вера-то не от видения, а от слышания Слова Божьего. Вот. И о вере, доверии Богу. А те люди-то все просили чего? Когда стали исследовать, там был вопрос, чего просили? Все просили только, ну, житейского. Там что-то с квартирой не ладится, на работе, чтобы не уволили. Там муж ушел, чтобы муж вернулся. Там сын наркоман, чтобы не наркоманил он там. Ну, вот все такие просьбы-то были какие. Но люди-то остаются, от этого не меняются. В этом, по-видимому, только еще больше, как бы сказать, утверждается в том, что это самая настоящая вера, другой веры нет. Надо же. Так это сколько? Специально самолет снаряжается, комиссия снаряжается. Комиссия из католиков и православных. Люди там боялись вначале, о, там католик. А постепенно идет, смотри, патриарх встретился с папой. Ну, встретились, поговорили, они о мире там договорились, там, что от мощи. И сейчас уже католики везут мощи сюда, православные. Они не просто, а мощи находятся у католиков, это их мощь. Как бы. Их собственность. Захватили, да? Да, они украли там как. Ну а уже прошло там тысячи лет, это все, это уже сейчас навсегда. Это их собственность. Поэтому они, и вот впервые они, значит, договорились, что мощи Николая, частичку мощей, значит, привезут. Из города Бари. Так и ничего, да, отрезали ребро, да? Ничего. Ну, это еще как ребро, да. Ну, ребро все это знаешь. Да, откуда точно знать, может, там и нет ничего. Еще даже передали. Ну, ничего, пусто. Передали, как доставали. Только ребро не Николая просто может. Нет, что, не понял, что, как нет ничего. Ничего. Ну, в смысле, что пустоту какую-нибудь, что всем тут покажут, что там, может, это как-то закрыто, зашито. Нет, она будет там. Вообще же он поменьше. Поцеловать тогда. Все под стеклом, оно видно, что это. Что видно, что это часть, конечно, это кость. Конечно. Так и передавали, ну, как доставали, уж что интересно. Ну, здесь на веру твою. Уверенности нет, не ходи. Люди верят, что это так. Отвлекали или что? Вот сейчас я. Об этом я когда не обсуждаю. Дело в том, мы говорим, что вопрос задан о православии. Какой есть там, можно или нет сделать, чтобы не было торговли. Я знаю, что был как-то в Греции, там и привозили частичку мощей Серафима Саровского. Так там прошла, ну и сколько там было, неделю или сколько, за это время доход в храме, значит, повысился, считай, почти годовой доход собрали в храме. То есть люди, которые не ходили никогда, не приходили, а приходят, они же там и свечки возьмут, и что-то пожертвуют на храм, там пожертвуют, там все, и... Батюшка храм строит, на благое дело себя храм строит, они там заканчивают строительство храма. Вот и здесь не просто так, здесь в этом много будет вот этого дохода. Ну, кому-то, может быть, и поверил, Господь, может быть, и даст, кто-то поверил. Ну, а русские тоже привязаны очень сильно как бы, к этому мощам. Что... Кто, русские? Да. Да больше всех. Больше всех? Католики от этого уже отказались. Католики, эти, которые были мощи, они продают там их. Торгуют мощами. Православные скупают. Один мне говорил, там, говорит, я с католики продают, и дешево, говорит, продают совсем. И у меня, говорит, уже сейчас там больше сотни. Так вот, во всех храмах мощники всякие появились. Такой храм не зайдешь. Больше сотни у него всяких мощей.
То есть русские самые, покупатели. Самые мощные. В смысле, что? Самое подверженное. Почитаемое, скажем, почитающее мощь русские. Поэтому вера-то у нас, видите, как, она больше на таком, что-то на видимом, на осязаемом, что-то обязательно, чтобы что-то взять, покушать, к чему-то прикоснуться. Вера от этого, а не от того, что от Слова Божия. Нет этого. Этого нет. Хоть и говорят, а что, ну, я бываю иногда, в храм захожу, когда приезжаю в субботу, там, у нас нет субботы, я иду в храм там, какой-то. Ну, вышел диакон, прочитал Евангелие. Я дома утром прочитаю, я, ну, знаю, откуда это. И я с трудом улавливаю то, что он прочитал. А остальные люди, ну, 100%, никто не поймет, о чем это, если не знаю, о чем это читается. Даже и нет. Я потом говорю, пригласили на трапезу меня, там, батюшка даже. Я ему говорю, так и так, вот сегодня читал, говорит, диакон Евангелие. Я говорю, я знаю откуда, и то, я говорю, с трудом улавливаю. Несколько слов я все-таки уловил, и я тогда уже, ага, это вот что, откуда оно. А люди, ну это такой вот диакон, он это так, а зачем же вы выставляете, такой, который читает это? Чтобы это специально, чтобы люди ничего не поняли? Читает задом к народу Евангелие. Ведь это, я говорю, вы когда читаете послание пасхальное патриарха и митрополита, да, конечно, читаем. Вы выходите, как вы читаете? Задом к народу? Да вы что? Как это? Нет, лицом к народу. Послание патриарха. А послание-то Бога, почему вы задницей к народу читаете? Это Бог послал нам, это Его слово читаем. Кому ты алтарю-то зачем читать? Это народу вы должны говорить. Это слово так к народу обращается. Ну, так как-то это принято. А кто так принял? Такого принято. Нет закона, что читать. Только так, в алтаре Евангелия и задом к народу. Такого нет. Правила такого нет нигде. Нет такого правила, чтобы читать так, и чтобы было непонятно ничего. Такого нет правила. Ну, как-то так вот сложилось. Это уже традиция, такая традиция. Да, ну, дурная эта традиция. Не годится. Вот были у нас вот диакон, вот, видите, там архиерей-то на него там строжился. Там. А что он из-за чего? А? Из-за чего? Ну, из-за чего он там... Что-то стало возникать, что не так это у нас там на русском, да, что-то там он перепутал митрополита. Иосиф, по-моему, назвал. Да, Илариона назвал Иосифом, хотя я его все это ему рассказал. Запомнил, да-да, запомнил, все. Я говорю, записать-то не надо, я так помню. Все, такое. Ну, я вышел, все, перепутал, потом архиерей, давай его. Это ты что, ты, значит, колбасишь, говорит. Колбасишь, ты здесь. Колбасишь. Ага. Ты на чужой монастырь никогда со своим уставом не лезь. Ты должен был узнать, как и что здесь вначале. Ты должен спросить, как ты здесь, какой порядок, что должно. А ты это... Ты смотри, говорит, тебе, где, говорит, дадут помогать, где, говорит, и пинка под зад могут дать. Там это, то есть никогда не высовывайся. Узнай, как, какой порядок здесь, в этом приходе. Вот. Хотя одно веры, но порядок... Разные бывают там. Архиерей даже вначале спрашивал меня, а как у вас это, а как это, а как это. Ну, читаем мы на русском, читаем. Я говорю, ну, у нас он есть на славянском, можете на славянском читать. У меня Евангелие на славянском стоит на престоле тоже. Такой же в окладе. Все, я... Мы не то, то что не против славянского языка, чтобы понятно было. Поэтому... Нет, как у вас есть, так и пускай будет. Вот здесь почитаю. Ну да, как есть, так и будет. Я говорю, пожалуйста, я говорю, можете читать на славянском у нас. Вот на я, кстати, четко и читал, вот... без ошибок. Да, хорошо читал. А то бывает, что с ошибкой и на русском читал. Ну да, отец Владимир, это он как-то не считал. Отец Владимир Черных. Вообще, батюшка, вы нарисовали страшную картину. О том положении, которое находится в православии сейчас. Так это не я, при чем здесь я? Это, ну, да, вы это показали так, ее. Так оно и есть, оно это везде. Это, какая здесь картина? Это без прекрас, оно так и есть. Это уже какое-то новое совершенно это православие. Да, конечно. Евангельское получается. Совершенно новое. А откуда Евангелие? Когда Евангелие люди не слышат и дома-то не читают. Допустим, были в Коробейниково, ездили наши благовестники туда. Коробейник это считается центр православия Алтая. Вся святыня самая там находится. А пошли, прошли в каждый дом, зашли, заносили в каждый дом
Новый Завет. И только нашлось в двух домах, у которых есть Евангелие. Село. Ну, село, примерно, не знаю, может быть, как Порча, наверное. Чуть побольше, наверное. Даже побольше, наверное, может быть. Ну, тоже такой же разваливающийся середине. Ничего нет уже там. Только в двух домах. А монастырь, мужской монастырь, их там, наверное, 10 монахов, здоровые парни, мужики, строят там моя корпуса, строят двухэтажные, там это делают. Ну, где-то спонсор ищут, там кто-то деньги там дает, отмывает. И, вот, они там строят. А деревня вся разваливающаяся. Это. Были они в домах больше. А сколько, говорю, постоянных прихожан? Ну, постоянных прихожан человек 5. Монахов 10, а прихожан по-настоящему 5, которых. Это. Ну вот оно, и что это? А что они, 10 монахов, что там сидеть-то им делать, 10-то монахов-то? Шли по домам, где-то беседовали, кому-то крышу помогли сделать, кому-то печку, огороды же скопали, ограду кому-то помогли бы поставить. Другое бы отношение это было бы к этому-то. Ну. Здесь у нас получается полная безысходность, а главные торговцы, оказывается, там где-то сидят. Не буду называть, но... То есть Игнатий Тихонович говорит, закрыть храмы и на просвещение всех бросить. Он сказал, да. Но... На проповедь Евангелия, на просвещение человека, евангельской веры. Здесь на просвещение надо тоже. Не получится. Выдали удостоверение там это все. Но у нас, видишь, братья такие, что... Здоров. Ага, свидетель, мы пойдем. Слышишь, мы видели? Полицию. Пошли. Пошли свидетели. Кого? Спросили благословение. А чего у батюшки спрашивает благословение? Мы сами. Нас Бог благословил. Ну и пошли, говорит, по морде получили. Пошли куда? Христа проповедовать, пошли в православную церковь. Христа проповедовать. Поехали. А то там они, значит, все неверующие, говорят, а вот мы самые верующие, суперверующие, а там неверующие люди. Пошли, ну и что? Ну, получили. Опять от того, что нет смирения. Нет, говорят, сказали, снимай, не снимай меня, мне это не нравится. Они говорят, а что ты на меня указываешь? У нас демократия, у нас это все везде разрешено. Ну тут ахнул по камере, камеру сломал им мужик. Ну все, вечером они хозяину камеры, видеокамеры, купили за 23 тысячи камеры. Все. Ну ты же смотришь, куда пошли? Пошли среди православных распространять Евангелие сектантского издания. Евангелие от Иоанна, оно, ну, синодальный перевод. Но издание там написано, что там, какая-то лига там христианская. Там видно, что сектантское издание. Они пошли эти распространять среди православных. Когда там лотки на десятки метров, где продают Евангелие, там и Библии в кожаных переплетах, и кольца деревянных, и с замками, без замочков, там, ну, разные. Ярмарка, православная ярмарка. Люди приехали отовсюду, там, с Украины, с Белоруссии, были там с Татарстана, с Красноярского края, с Иркутска, с Тюменской области, то есть со всех областей России, там даже других этих, православных стран. Приехали люди там. Они пошли туда. А рядом площадь, на площади тысячи народа, как раз там эти молодежь, там представление. Они нет, они прошли мимо и пошли туда. Зачем пошли туда? Надо было там, где вот эти-то неверующие. Пошли, идите сюда. Ну они, что, у нас видите, братья такие ревностные, что они уже... А такая ревность, она лишает разума. Разума нет. А спросили бы, пошли бы... Спросили бы хоть и наставника, там, меня бы спросили, мы пойдем, входите туда. Я сказал, да не надо, ребята, зачем тогда ходить? Не надо, вы идите сюда. Ну нет, мы это... Здесь не просто так, благовествовать-то надо, хоть бы, говорится, с разумением, с молитвой бы хотя бы так. А не такая уже гордость благовестническая, что пошли туда. Вразумились, но, думаю, на краткое время только, потому что... Братья такие ревностные они. Знаю эти братьев. Вот, вот, поэтому они не остановятся здесь. А почему? Любим судить других. Мы вот такие, а остальные все не такие. Вот это грех осуждения. Не судите, да не судимы будете. Делайте дело, которое. Не хвалитесь этим. Ну, сделали ты сегодня, ходил, благовествовал там. Ты сделал то, что ты должен был сделать. Хвалитесь этим. Зачем? Я вот это были, мы то-то, то-то сделали, там это... Ты сделал то, что должны были сделать. Только и всего. Больше своим примером. А мы вот там узнали, что это православное. Давай они там, значит, понятно, что горячее. Я, то есть, как они там
полемику какую вступили, давай с ним противоречить, там, их, значит, уже обличать. И все. У нас было такое, даже один брат поехал в Корчину у нас. Ну и там кто-то стали его говорить, а вы там сектанты живете в этой, в Потеряевке там. Ну, а он зашел в магазин, купил бутылочку, выпил хорошо и давай. А ты зачем ему потом, зачем ты напился-то? Ну а что здесь сектант? Я им доказать хотел, что я православный. Ну, я выпил пьяный, и все. Вот я что, пьяный, теперь пусть думаю, что я православный, а то сектанты не пьют. А мы православно пьем. Вот и все. Доказал. До такого доходит даже. Да. Где же это? Продажа в храме запрещена, а вот покупать можно? А если запрещена, нет продажи, ты и чего покупать будешь? И покупаешь. А нет, если получается... ты, а если ты, значит, ты осознал этой просьбе, то никогда в храме не покупай. Так вот, может быть, со стороны мирян лучше подойти, что покупать тоже не надо? Но что-то изменится. Попробуй. Но, допустим, в нашем храме яги не покупаю. Не покупаю. Яги бывают в храмах, я никогда ничего не покупаю в храме. Не покупаю в храме. Я где-то куплю в другом месте, где там не в храме. Правда, я приду, там в храме свечку поставлю, допустим. Так а не так, чтобы свечки ставить только те, которые ты купил здесь, в этом храме. А в другом со своей свечой нельзя приходить. Даже было так, что поставил свою восковую свечу, а не раз ее в ящик. Сломали ее туда. Что нельзя, надо, ты где купил? Не здесь? Вот, надо здесь купить и здесь поставить. А это тому что доход. Вроде бы ты в другом храме или свою свечу ты там сделал из воска и принес. Она безблагодатная, эта свеча. Вроде Бог ее не примет, эту жертву. Тут главное, что потеряна цель. Да. Для чего церковь? Она для проповеди, Евангелия, да? А тут все уходит на другое дело. На мощи, на торговлю и так далее. На симфонию с властью. А но... цель, основная цель церкви, идите проповедуйте, она как бы в стороне остается и забыта. Вы на этом не зациклитесь, батя, что вот они там такие, а мы такие. На этом не надо зациклиться. Нет, что... я говорю о цели. Они, делайте дело так, как должно делать. Вот. Ну, если присущи, где-то придется, там уже можно и беседу на это провести. Но не так, что они там будете везде накажем. Это у вас ничего не получится. Что... мы такие, вот у нас так, у нас нет торговли, вот у вас там торговля, то вы там и не спасетесь. Никогда такую проповедь не надо и не вести. Вы себя выставляете. Делайте свое дело так, как должно его делать. По Слову Божию. Ну все. Ты Боге веку радуйся, Твой Сын воскресит и верно в Него. И мир Тебе воздвигну, вы люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Бога склоня на Тебе, Осия. И помяни, веселися сегодня, Ты же чистая, красуйся, Богородице. Господи, Рождество Твое. Слава Тебе, Христе Боже наш! Благодарим Тебя за Твои милости к нам, Господи, за тихое и мирное время. Господи, просим Тебя утвердить нас в вере, в православие, Господи, наставь. Удали от нас духа осуждения, Господи. Дай нам, Господи, зреть свое прегрешение, не осуждать и брата своего. Благословен Ты сего веков. Аминь.